Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Vivo Y52 можно вставить сим-карту, а также карту памяти. Что нам для этого потребуется? Потребуется нам для этого вот такая вот скрепочка. Так она у меня погнутая, не обращайте внимания. Такая, либо обычная канцелярская, может быть. Ну и, естественно, сами карта памяти и сим-карта. Сверху у нас вот здесь находится такое отверстие, куда мы вставляем нашу скрепочку. Достаем слот, точнее лоток для сим-карт и карты памяти. Далее вставляем сюда карту памяти, вот так, и сим-карту. После чего, аккуратно, чтобы сим-карта не выпала, потому что она норовит выпасть, вставляем все это обратно. Как видите, сим-карта обнаружила, и карту памяти должна была тоже обнаружить. Вот. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!